едем в тоннеле уже не знаю сколько времени, и там такие какие-то эти, как называются, двери такие, как в готике, готические, старинные, так прикольно. Ничего не видно. И темнота, не знаю, когда мы выйдем с туннеля. Я вот хотела вам показать, вдруг кому-то интересно. Это, представляете, привет, мои любимые, это мы едем под горой. Это в горе прорыв. Туннель очень-очень-очень длинный. Мы уже едем, не знаю, сколько здесь, минут 5, наверное. И я что-то сразу не додумалась снимать. А сейчас вот думаю, когда там у нас выход, чтобы просто показать вам, как ночью в горе прорыто. Прикольно. Уже долго не было. Там с той стороны справа есть какие-то все время двери, такие готические, арочные. А здесь ничего нет. Глухая стена. Едем в таком подземном тоннеле или подгорном. Меня там видно. Привет, привет. Я уже надела штаны. Скоро будем выходить. Ну еще в тапочках. Смотри, заготовила ботиночки. Кроссовочки надену. Помылась. Ну в смысле как обмылась. Не помылась. Конечно же, сейчас приду, помоюсь. Выехали. Правда, мы долго-долго выехали. Хотелось вам показать. Здесь тоже такие холмистые, гористые местности. Очень прикольно. Там вон горы огромные-огромные далеко. Не знаю, видно, нет? Может, сейчас будет видно. Вот такой подъезд. Туапсе. Я сейчас вспомнила, что Артур Сыта говорил, что вот Туапсе самый единственный город из всех, который, ну, в котором не жарко летом, потому что реки с гор приносят прохладу. Вот так вот. А я впервые в Туапсе, не была никогда. Много где была. Крым, можно сказать, весь. Чилипсип. Крым, можно сказать, весь объездила. И Краснодарский край. А вот тут не была. Очень нравится. Несколько минут ехали в тоннеле.
отборным. Все, значит, это вообще дождя нет, закончился. Если там голубое небо. Красиво как вообще. Ну вот, вы теперь, мои любимые, имеете представление, какой Краснодарский край вот именно здесь. Кто не был здесь. И я вместе с вами. Я реально впервые тут еду. Везде сделаны какие-то стойки для воды, везде сделаны лестницы какие-то, и все так чистенько, и везде какие-то канавки, все огорожено какими-то камешками, все сделано очень аккуратно. Кто этим всем занимается? Ну там солнышко. Красотища, смотрите, какие там горы. Видите, очень высокие. Не знаю, если вам видно. Вон они. Красота. Там какие-то домики. Тоже, может, база какая-то, не знаю. Тут же далеко от населенных пунктов. Красотища. Ладно, поставлю, пусть заряжается телефон. Показала вам тоннель. Показала еще немножко горы. Самая красота начинается. Только с вами прощаюсь, и начинаются там реки, какие-то открытые местности, что-то красивое. У меня, как всегда.